Здарова всем любителям Свалкера, сегодня мы продолжаем проходить эту замечательную игру. И сегодня мы пройдем квест, где можно получить халявный бизон. Вообще, как и Эсер в прошлом, могу сказать то, что бизон это полная помой. Лучше уж купить петуха, чем бизон, потому что бизон вообще в этой игре, в КС-ке не наносил урона. Но как он в Свалкере, не имею ни малейшего понятия, вроде как более-менее норм против больших мутантов из-за своей особенности. Сейчас я нахожусь на армейских складах, но квест этот начинается не здесь, он начинается на свалке. И с помощью магии монтажа мы вспомним, где это находилось, потому что этот квест по неопытности я взял в одной из серий своих прохождений. Доступен квест, это, наверное, снизу. Ну что, свалимся вниз, возьмем квестик, вот он, да-да-да. Труп какой-то. Он лежит тут не первый день. Капли крови на куртке ждал, он засох, на плечах у него габаритный рюкзак. Что он тут забыл или его кто-то убил, не нашел труп. Хрен знает. Собрать его рюкзак. Рюкзак стал не такой уж и тяжелый. Вы принесли задачу из его подарок себе, решив поработать с курьером вместо его парня. Взяв тяжелый рюкзак, вы достали оттуда единственный предмет. Кейс. Теперь можно рюкзак оставить здесь. Впадай явно какой-то шифр. Кто знает, кто что там может быть. Надо искать человека, который в этом шарит закрыть. Да, кстати, записываю я ночью, так что купил себе наггетсы в Макдональдсе, поэтому сейчас я, разумеется, соуса покупать не стал, я жду. Я взял кетчуп. Самая полная отстой. Наггетсы в Бургер Кинге в 1000 раз вкуснее. В Макдональдсе, короче, наггетсы никогда не берите. Вообще не вкусно. Ну ладно, продолжаем проходить квест. Итак, собственно, человек, который нам нужен, после того, как мы взяли квест на свалке, находится вот здесь, вот, на армейских складах, рядом вот с этой вот погребной ямой и помойкой, зовут его Домовитый. Вконтакте, что ли, сидит, мемы смотрит? Ну и в свалкера играет. Ну, здорово, братан. Мужчина не обращает внимания на вас, вертит головой в разные стороны. На столе у него полно всякого хлама от клапанов до канифоли, сразу видно. Мастер. Эй, мужик, прости, что отвлекаю. А? Что? Ты чё хочешь, юноша? Простите, вы только в пайке, мастер, или с кодированным устройством тоже работать умеете? Чего? Я только про пайк понял, ещё раз да попроще, чё тебе нужно. Я нашёл ПДА, мне нужен доступ к нему. Можете устроить? Так нахер ты мне голову морочишь, так бы и сказал, что нужно пароль снести. Давай его сюда, ещё за услугу гони, будь тебе счастье. Вот ПДА, сколько ты хочешь. Давай сюда, я думаю, что мне хватит 5 кусков. 5 кусков? Много хочешь, у меня таких денег нет. Ну, чувак, ну, забирай 5000. Вы смотрите, как сталкер берет ваш ПДА и включает к нему провод с какого-то устройства. Вмиг оно показывает символ, затем тухнет, загорается красным. Тут не все так просто. Я думал, что хватит сброса пароль, но ПДА весь зашифрован. Я даже не знаю, как поступить. Это самое. Ну, с таким мне делом иметь не приходилось. Слушай, хватит комедию устраивать, что тебе надо? Понимаешь, у меня со зрением плохо, а пайка дело тонко. Боюсь, не потяну такое. Да что тебе надо, чувак? Если берешь риски на себя, то я могу взяться за это дело с наибольшей компетентностью. Мне хватит маленького вознаграждения. Ну, с пузыря, 3 кулаки, этого достаточно будет. Пузырь? Чтобы у тебя руки дрожали? Ты мне весь ПДАшник канифолию испортишь. Так, а ну, я попрошу, я вообще-то в шоке. В школе на кружок юных техник ходил. Алкоголиков юных отходил. Чего? Да ничего, я за пузырем пошел. А то ну и правильно, давай ПДА, пока пусть полежит. Закрыть. Да есть у меня водка. Вернулся, дорогой, где водка? Да забирай ты уже, что с ПДА. Да, ну, короче, долго кумекал с ним, пришлось искать человека, знающего, как заднюю крышку снять. И что с ПДА? Да нормально все, но это, и не смог ничего расшифровать. Да и ладно, на кой ляд оно тебе, ведь так? Снял с какого-то сталки мертвого небось. А еще кое-что, ты ведь нашел какой-то кейс, да? Тихо, какая разница, чувак. Да не, ничего, тут свобода полная, это самое, на стене написано. Что-то там свобода, наверное, всем. А кто-то сказал там, ну короче, ПДА же тебе не нужен, так я его и сдал. Куда ты его сдал, чё с ПДА, чувак? Да все нормально, это, разберут его и, в общем, тебе он более не нужен. Не нужен? Да я всю базу прирою, но найду его. Да успокойся ты, все напрасно, иди отдохни, сталкер, не серчай на меня. Я вообще-то бандит, а не сталкер. Ну да ладно. А вывеска есть какая-нибудь? Нет. Так. Заходим на второй этаж. Кроватки. Под столом лежит стоп красных ПДА в коробке. Поищем тут мой. Вы со второго раза берете нужный. ПДА у вас. Теперь можно уходить. Вы услышите шаги сзади.
Ты чё тут забыл, придурок? А, ничего, просто гуляю, осматриваюсь. Гулять, тут петух, даже в туалет не отойдёшь спокойно. О, реально появился сзади. Вали отсюда, говорю, это здание не для посетителей. Да, у меня. Не так уж сложно было вернуть его. Просто это потому, что нужно узнать, где я получу больше всего денег за сведения. Может, информатор поможет мне? Я где-то слышал, что там база сталкеров в баре у братков знатого есть такой человек. Найти его просто, если ты знаешь, что он на какой крыше. Только где? Ага. То есть нам сейчас чапать... До темной дали. Ну, почапли, чуваки, что делать? Вот такой вот у нас путь. Здорово, чувак. Здравствуй. Привет. Как тебе погода нынче? Хорошо, наверное, но я на большой земле еще никогда не видел, чтобы зимой столько снега выпадало. Ты серьезно? Чего? Ты же информатор ищешь? А, ну да. Так я перед тобой, чего тебе эти вопросы для конспирации? А ты не сечешь, кажется. Стоп, а как ты узнал, что я к тебе собрался? Ты хватит уже, чего тебе, время, деньги. Я даже готов ответить на один вопрос бесплатно, только свалю быстрее. Ладно, у меня компромата на некоторых людей есть. Вот, посмотри. Ну давай, вообще мой анализ стоит дорого, ну да ладно. Информатор жадно смотрел в ПДА, после минуты размышления он медленно поднял голову, посмотрел на вас, сказал следующий: такс, а что за тупые вопросы, дружок? В смысле? Ты, видимо, одарен, у тебя черно по белому написано про бандосов, заливай сталкерам, коль продолг, свободу, гони инфу. Про бандосов заливай сталкерам, коль продолг, свободе, гони инфу. Спасибо за столь грамотное пояснение, вали уже, как тебе такие вообще зоны попадают закрыть? Я ничего не понимаю, это какой-то бред сумасшедший, просто чуть еще не умер. Теперь назад чапать, ё-моё. Просто бред какой-то сумасшедший, о чем речь, я вообще ничего не понимаю, какой ПДА какой. Если я даже не помню, что там было, если честно. Короче, щелкну пальцами, окажусь на армах. Здорово, домовитый. Ох, кого я вижу, да-да, сталкер, здравствуй, я бандит. Привет, дом, как жизнь? Да нормально. А у тебя как старик? Старик? Никакой не старик. Ну ладно. Помнишь от ПДА? Ну мне и влетело тогда. От кого? Начальство. Они как узнали, что там пачки компромата. А они тебе достались. Ну это же мое было. Да твое, поэтому так и сделал. Себе во вред. Есть вариант один. Я не зря пришел сюда, понимаешь? А зачем тогда? Не тайми сталкер. Я могу дурить через себя передачи дока в главном. Да, лучший вариант для меня и для тебя тоже. Хорошо. Можешь пока отдохнуть, погулять где-то. Думаю, что это займет некоторое время. Но тут вот такая проблема приключилась. Приходили дядьки в синих комбинезонах, да про тебя спрашивали. Дядьки в синих комбинезонах, но это два варианта, либо это миротворцы, либо чуваки из прессы, потому что, если ошибаюсь, у прессы тоже синие жилеты в синих комбинезонах. Кто это? Чисто не. Мол, кто ты, как часто отбываешь? Аккуратнее, думаю, они не мирные вопросы с тобой решать пришли. Много их было, скорее всего, тебя кто-то из наших сдал. Я сказал лишь, да, видел тебя, больше они не спрашивали ничего, ясно? Сталкер с улыбкой забирает ПДА. Может, это и правда лучший выход? Ладно, мне остается ждать. Пойти, что ли, куда-нибудь с базы закрыть. Вижу, аж мешочек чей-то. Как каловый будет. А, я вышел с базы. И где я оказался, ты понял? Наемник. Здравствуй, здравствуй, курьерчик новый. Чё? Ты молчи, не нужно тут ничего доказывать. Это он был на базе? Наемник смотрел в сторону сталкера по стиме свободы. Да, это он лазил по базе и что-то базарил с домовитым. Где кейс и ПДА? Я отдал его домовитому. Слыхал? К домовитому. Иду к нему, а я с этим сам разберусь. Я тебя понял. Уже ухожу. И что ж ты сделаешь? А я ничего. А вот ребята сядь дерьмо. Да я сам. Здорово, дом опять. Сталка, привет, я уже почти договорился. Стоп, ты отдал ПДА кому-то, да? Одному нашему маске. Он сказал, что ты можешь найти его как-то. Да, если он со своим ПДА, то да, сейчас проверю. Стой, он в лесу. Сейчас еще кое-что, он ходит туда регулярно. Черт, найди его ПДА и забери. Будь аккуратен, я думаю, что он не один там. Я знаю, что он там не один. До встречи, друг мой. Главарь наемников и крысу убить. Чуваки, я щелкну пальцем и окажусь на месте. Ну что, собственно, я на месте. Даже небо заплакало, чуваки. Еще мне нравится то, что справа показывают то, что здесь два челика. Один из них я, а второй кто? Кто-то, видимо, уже защищает это место.
со страховой аптечку съел. Теперь уже 3 человека рядом. Это мне уже совсем не нравится. Главаря наемников я убил. Кстати, он даже по мне выстрела не сделал. Убив этих двоих, вы находите украденный куда? Сейчас нет времени проверять. Нужно идти к домовитам. Чуваки. В общем, крыса сидит вот здесь. Его очень легко достать. Здорово, домовитый. Ты жив, боже мой, сталкер. По нашему каналу передавали, что в лесу кто-то устроил бойню. Я бы не сказал, но так примерно и было. Куда у тебя? Да, вот, бери. Давай сюда, у меня хорошая новость. Вот твоя награда, держи. Я договорился с нашими. Постой, посмотри сюда. Что там? Куда? В отдельной статье подчеркнули на сталкер. Вот, глянь. Закрыть. Важным этапом исследования оказались легенды зоны, такие как «Важно вспомнить о самых известных, о грозном неизвестном ничего, только байки сталкеров». Недавно начали ходить слухи о зрячем, только о нем фактов еще меньше. Самым известным для нас является Семецкий, только его, один хрен тоже никто не видел. Интересно, может быть сталкер, который оставляет свои пикники во всей зоне, коллекционер, а такой же мифичный, как и прошлые объекты. Из этих имен я слыхал только о Семецком, что их всех роднит и почему наемники так стремятся найти их. Награда за выполнение бизон. Пистолет для него 19-й модели, разработанный в 93-м году Калашниковым, с конструктором Калашникова и Алексеем Драгуновым, сыном Драгунова, по заказу МВД России. Завершить. Ох ты ж мой. 38 урона, кстати. У Лахи 36, но я сегодня за процент. Бля, какой бизон. Ну не знаю, брать его с собой. Нельзя его на второй слот. Большой, к сожалению. Ну, с Лахой буду ходить, хоть Лаха и кал собачий. Вот, собственно, изи полученный бизон. Изи, сейчас его возьмем в руки. Пью-пью. 53 патрона. Чуваки, собственно, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.